Знаем, как мы были маленькие в Советском Союзе и жили где-нибудь в деревне у бабушки. Тебя утром выпинывают из дома на непосильные работы сразу, на огород. А потом родители чем-то заняты, а тебе говорят, к бабе Тоне пойди, чтобы тебя тут не было. И ты весь день находишься у кого? У родственников под приглядом. Они тебя также представляют к работам, также учат. Если что, дадут звездюлей за плохое Не поведение. задумываюсь, да. Вообще не задумываясь. Там вопросов не было, что детей бить нельзя. Детей бить нужно. Нужно. Иначе же он ничего не поймет. Да. Я вон помню, мне сказали, не играй на дороге. Я головой-то, между прочим, что мне говорят, уже вполне все понимал. Нельзя играть на дороге. Но я что сделал? Я продолжил играть на дороге. И вот только после того, как мне вломили как следует, я вдруг такая, блин, а ведь играть на дороге в самом деле нельзя. Как я сразу не догадался. Вот, причем, заметьте, вломил И мне это не... ты еще догадливый был. Да, и ушел в отрицалово. вломил мне не папа, не мама, а родственники вломили, причем как следует, потому что нельзя играть на дороге.